Mr. Navalny from Israeli television, aren't you afraid? Mr. Navalny from Israeli. Здравствуйте, Алексей. Вам не страшно? Алексей, вам не страшно? Германия. Хочу сказать большое спасибо всем вам. Я тоже хочу сказать большое спасибо, и я надеюсь, что мы с вами долетим. И я уверен, что все будет абсолютно прекрасно. Я сегодня очень-очень счастлив. И будет круто, если вы дадите мне сесть. Скажите, вы не боитесь ареста по прилету? Вас же арестуют по прилету. Меня арестуют по прилету. Это невозможно. Мистер Навальный по Израиль телевизион. Я очень рад, что они не отступают. Вы же понимаете, что мы не полетим, и потом все скажут, что Навальный не вернулся из-за того, что журналисты не дали ему сесть на его место. Алексей, чувствуете себя героем, когда встречаете народ? Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Что вы ожидаете? Место у меня, ряд у меня счастливый, номер 13. Ребята, давайте несколько шагов назад, и мы же с вами все равно еще будем... Дайте выживы немножко. 2.5 часа лететь вместе. Sorry for that. Немножко... Значит, везде пишешь о том, что требуешь меня, я пока здесь. В каком статусе, Алексей? В каком статусе?